Роман Сергій. Ромчик, лучше смертельник держи его, а то... Он рукав громадный парень. Да, он... Юра, а если приближаются, отталкивать? Может, отталкивать. Так они в лицо. Хорошо. Лучше на расстоянии держи его, я тебе не пускаю вот себе здесь. О, хорошо, блядь. По корпусу, парни, никто не бьет. Серега, в корпус не пробовал ударить? Да, вот, да, да, да. Выходи из угла, Рома. Илья, он стену так и проломит? Стену не проломит, нормально? Потолок проломит. О, есть. Нормально, похлопаем, ребята. В том углу не забывайте поддерживать, чтобы я не вылетел. Да прямо закинь, Серега, а чё ты боковушку кидаешь? Ну, Лёш, хорошо получается. Чего ты плохо. Держим. Давай не поддерживай, ребята, так, чтобы накидывай прямой, Рома, прямой накидывай постоянно. Здорово. Не сближайся с ним, на расстоянии держи его. На средней дистанции уже держи его. Вот кидай ему сейчас, постоянно, давай. Кидай туда его. А в корпус, Серега? Да. В корпус прямой. Во! Оп. Еще раз. А он уже его распятил. Ну да, нормально. Да, да, там болтанул уже, нормально. Ну, закройся, закройся лучше, не открывай голову. Накидывай постоянно туда, кидай ему. Еще, кидай ему. Вот. Вот так. Ты за рукой идешь, когда касаешь. Прости, прости. Давай, Ромчик, кидай, еще туда ему. Туда, так. Вот. Дышим, ты поддерживаешь, тяжело дышать, ребята. Пошла третья минута. Нормально, нормально. Рома упертый, у него голова крепкая. Его ко мне даже не... Все, Бобик сдох. Давай, активнее, видишь? Парни, активнее, не сочкуем. Хорошо. Оба человека. Да попробуй. Нормально, нет, нормально сейчас. Видно, когда видишь. Ромка, накидывай постоянно, накидывай левую. Еще, не иди. Все-таки проломили. Все, стоп, похлопаем, ребята. Проломили. Вот он, гипсокартон. Молодцы, парни. Мы сделаем чувство, ремонт будем делать. Василий и Игорь.